27 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Серова прошел ежегодный праздник «Сиреневая Домотканова». Для гостей была подготовлена масштабная программа, театрализованное открытие, конкурс «Пленэр молодых художников», концерт, ярмарка народных промыслов и выставка-продажа картин, а также многое другое. По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия способствуют популяризации культурного наследия, привлечению в регион гостей и развитию в Тверской области событийного туризма. В этом году фестиваль «Сиреневая Домотканова» был вновь включен в календарь туристских событий Верхневолжья. Главными событиями дня стали акция по посадке сирени, конкурс «Пленэр», праздничный концерт под открытым небом, спектакль для маленьких гостей от Тверского театра кукол. Во время праздничных мероприятий для всех желающих были организованы экскурсии по экспозиции музея, а также по его парку. На территории усадьбы прошли различные мастер-классы по обучению рисованию, уходу за комнатными растениями, резьбе по дереву, плетению из бисера и джута.